Пробегают собаки по-разному, но минимально у нас пробегают от 10 километров и выше. Вообще ездовые собаки могут пробегать больше 100 километров в день. Ездовые собаки больше всего сейчас применяются в ездовом спорте, где люди соревнуются как упряжками между собой, так и в скиджоринге. Ездовые собаки для меня это, не знаю, часть жизни, хобби, работа. Собакам обязательно требуется нагрузка. Чем дольше собаки бегают в своей жизни, тем дольше они находятся в тонусе, тем дольше у них продолжительность жизни. Наши собаки добрые, контактные. Мы поощряем своих собак различными лакомствами. Сейчас мы используем лакомства, которые содержат в себе кальций, фосфор, белок и омега-6, омега-3 и различные аминокислоты. Собаки дарят нам тепло, и мы стараемся в ответ дать им все самое вкусное и полезное.